В рамках текущей командировки в Москву приоритетным вопросом для меня является урегулирование статуса заповедника на Командорских островах. Этот вопрос давно волнует жителей, и наша позиция неизменна. Мы будем исходить из необходимости безусловного обеспечения прав жителей на нормальное ведение хозяйственной деятельности. Они ни в чем не должны быть ущемлены, а с другой стороны, сохранение уникальной природы этих островов. Провел консультации с Викторией Валерьевной Абрамченко. Она поддерживает по-прежнему нашу позицию и в том числе готова в случае выхода с законодательной инициативой ее также поддерживать со стороны правительства. Сегодня с Минприроды провели расширенную рабочую группу, на которой договорились о том, что мы проработаем один из двух возможных алгоритмов урегулирования ситуации. Первый – это расширение села Никольское на более обширную территорию, которая включит всю необходимую землю для ведения хозяйственной деятельности. Земля будет переведена в земли населенных пунктов, а значит и собственность на нее будет осуществлять муниципалитет. И вопрос разрешительной деятельности или коллизии со стороны урегулирования стороны заповедника будет решен. Второй вариант – это сокращение площади заповедника и вырезание части территории из общей территории, которая планируется к передаче в национальный парк. Она также позволяет решить этот вопрос, хотя потребует более кропотливой и сложной работы, в том числе риски здесь связаны с снижением статуса охраняемой территории и возможными рисками для уникальной хрупкой природы этих мест. В ближайшее время мы определимся по одним из двух алгоритмов движения и будем совместно с Минприродой России, заповедником, безусловно подключая жителей острова, окончательно определяться с его статусом. Хочу отметить очень активную позицию, которую занимает по этому вопросу Светлана Васильевна Арнацкая. Она всегда настойчиво добивается и отстаивает интересы жителей. Уверен, вместе мы найдем правильную конструкцию для урегулирования этого наболевшего вопроса.